Уважаемые студенты, администрация Каннского политехнического колледжа и представители работодателей организации «Электросеть-Быт» поздравляют вас с участием и победой в международном конкурсе. Кристина Чмыга признается, что победа стала для нее неожиданностью. Она долго находилась в поиске нужной идеи и по итогу нарисовала очень необычный и яркий плакат, напоминающий о безопасности во время работы с электричеством. Тут изображен человек и... Тут как бы две стороны. Человек, который чинит провода, и человек, когда его ударило током, то есть скелет. В наше время эта проблема очень актуальна, что с электричеством нужно быть осторожней, много проблем из-за этого. Кроме того, от политехнического колледжа в конкурсе принял участие Григорий Григорьев и был награжден благодарственным письмом. Не смогли оставить без внимания инициативу ребят и потенциальные работодатели из компании «Каннский электросеть-Сбыт». Они отметили важность подобных мероприятий. На любом предприятии много времени уделяется технике безопасности. И довольно-таки приятно, что еще со студенческой скамьи ребята приучаются к выполнению этих всех норм и правил и еще и получают за это какие-то моральные и материальные призы. Каннский электросеть-Сбыт не только подготовил денежные подарки для студентов, но также помог Каннскому политехническому колледжу в приобретении расходных материалов для занятий по металлообработке. Отметим, что дипломами победителей конкурса были удостоены 43 ребенка со всего края, а представлено для участия от региона было свыше 900 работ.